И почему ты хочешь работать портье? Любой мечтает о такой работе, сэр. С этого все и началось. Младший портье – стажировка под строгим надзором месье Густава Н. Многие важные гости приезжали в Гранд Будапешт исключительно ради него. Котенок. Куколка. Она была аппетитной штучкой. 85? И это не предел. Тогда же я познакомился с Агатой. Она невероятно мила. Он заигрывает? Да. Я благословляю ваш союз. Я стал его учеником, а он, соответственно, моим наставником. Там полиция? Скажи, чтоб подождали. Ее убили. И вы думаете, что это я? Эй! Стоять! Ты выглядишь изумительно, дорогая, изумительно. Не знаю, что за крем они используют в морге, но мне нужен рецепт. Это завещание и последняя воля мадам Ди. Мсье Густаву Н. я завещаю картину «Мальчик с яблоком». Боже. Что? Что еще за Густав Н.? Боюсь, это я, дорогуша. Если ты хоть пальцем коснулся моей мамы, живой или мертвой! Я сплю со всеми друзьями. Это шифр. И тебе понадобится лупа, чтобы его прочитать. Там будет точно указано, где и как найти мальчика с яблоком. Не втягивайте меня в свои авантюры. Заставы на все пригородные перекрестки. Патрули на все станции в радиусе 100 километров. Сюда! И держите наготове 50 человек и 10 гончих. Арестовать только за то, что он иммигрант? Руки прочь от моего младшего портье! Тебя когда-нибудь допрашивали? Ну да, один раз. Ну-ка, расскажи. Меня арестовали и пытали партизаны после восстания в пустыне. Тогда ты в курсе. Главное молчать.